Информации об этом месте практически нет никакой. Но как утверждают, что ее протяженность может доходить Сигнал до GPS потерян. 25 километров вдоль набережной Дона. Можно так долго продолжать идти. Не заканчивается. На все уходит дальше и дальше вглубь горы. Такая вот бесконечная пещера. Очень отличная акустика. Сигнал GPS потерян, было сказано недавно. В общем, всем рекомендую. Очень красивое, увлекательное место.